Вы очень легко получите доступ к мыслям и намерениям всех людей, связанных с вами. Если вы сможете отвести эту точку на 38 сантиметров, вы будете знать о важных событиях, происходящих где угодно. Именно так многие йогины, мудрецы и провидцы смогли предсказать, что к Земле приближается комета. Крупная комета, которая может оказать воздействие на планету. Я просто сомневаюсь, потому что захожу на опасную территорию. Что бы я ни сказал сейчас, это не для практики. Это не то, к чему нужно стремиться. Я просто рассказываю вам историю. В вашем теле есть две отдельные точки, через которые во время сна можно проецировать вовне свою жизненную энергию. Если вы сможете вывести свою агна-чакру на 45-53 сантиметра, у вас получится равносторонний треугольник со сторонами примерно по 60 сантиметров. От этой точки 30 сантиметров вниз и 30 сантиметров вверх. Допустим, вы смогли вывести ее не на 53, а на 23 сантиметра. Тогда с вами произойдет следующее. Вы освободитесь от постоянной ненужной умственной активности. Рассказывая о преимуществах медитации, многие люди подчеркивают именно то, что их умственная активность снизилась. Они чувствуют себя немного спокойней, и как люди, они становятся лучше, потому что днем, осознанно или неосознанно, у них получается отвести эту точку. Во время сна этого может и не происходить. Но если это произойдет во время сна, вы почувствуете полное освобождение от этой ненужной умственной активности. Если вам удастся отвести ее, скажем, на 30 сантиметров, вы очень легко получите доступ к мыслям и намерениям всех людей, связанных с вами. Особенно если это кровные родственники, вы сможете очень легко узнать их намерения и мысли. Просто без усилий, не пытаясь читать их мысли. Если вы сможете отвести эту точку на 38 сантиметров, вы будете знать о важных событиях, происходящих где угодно. Вы узнаете о серьезных изменениях, произошедших на этой планете или в нашей Солнечной системе. Именно так многие йогины, мудрецы и провидцы смогли предсказать, что к Земле приближается комета. Крупная комета, которая может оказать воздействие на планету. В прошлом также совершались подобные предсказания, и они сбывались вовремя. Йогины видели приближение кометы не с помощью телескопа или других инструментов. Они видели ее приближение в своей энергии. Если вы отведете эту точку на 45 сантиметров, то получите доступ ко всему, что стоит знать. Это как посетить читальный зал библиотеки. Но у вас появится доступ ко всему, что стоит знать. Если отвести эту точку на 53 сантиметра и зафиксировать там, ваша осознанность станет космической и сможет способствовать освобождению или тому, что широко известно как Махасамадхи или Махапара Нирвана.
Это означает, что человек может покинуть этот мир осознанно. Если вы сможете зафиксировать ее на расстоянии 53 сантиметра от своей агны, то вот здесь понемногу начнет открываться. И когда откроется полностью, жизнь и выход из тела станут полностью осознанным процессом.